Театры Чувашии запускают онлайн-трансляции спектаклей. Это связано с тем, что представления и гастроли отменены или перенесены из-за профилактики распространения коронавируса. Информация об удаленном режиме работы театров размещена в их социальных сетях. Так, 25 марта Русский драматический театр в онлайн-режиме покажет спектакль «Пять вечеров». Трансляция будет идти на официальном сайте театра.